высадка. Ставим белые метки на здание, которое здесь чистили. Метки ставьте на врагов. По нам обстреливают с 100. 1-6. Медик присоединился. Так, я ранен. На каком этаже? Кто ранен? Да я тут во дворах валяюсь, сейчас морфинчик сидит. Тут уже у нас два трупа. В доме или на улице? Стреляли с востока из дома такого, там, по-моему, наш домик такой. Что там у нас медик есть? Он, да, выходил наш КВ. Там, видишь, где показал? Сейчас Хокинс увидим. По нам стреляет. Я метку дал, стоит в поле, по комнатам. Угроб, ты тут еще? Да. У тебя РПГ нету, видишь, там стоит? Есть. Он прямо перед тобой был. Она дальше стоит. Она не на твоей метке. Сейчас я займусь ей, дайте минутку. На 180, вон она будет. Выйди, выгляни. Только главное, чтобы это не наше. А что это? Фокус, а ты метку на противника поставил, там еще есть, нет? Выбил ее. Все, взорвалось.
раз, раз. Правее возьми, чуть правее, правее. Сейчас на берег нас вытащишь еще. Вот так давай. Потом. Да нет, я про то, что... Ну хотя да, не, кстати. Нам бежать, а... Вайкер, стой, да. Вайкер, стой. Я на зеленую пройду, попробую осмотреться оттуда. За склоном у вас убил еще двоих, которые вам откидывали гранаты. Да, вот я говорю, под склоном сухие был. Чисель за склоном. Че, мы переходим на ту сторону? Они под склоном? Да, да, они возле воды теперь под склоном, по-любому. Переходим? Да, 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 да. Шань, там еще один. Этого не вижу пока. 220. Давайте просто переплывать здесь можем. Уже чисто на пути. Еще одного подстрелил вдоль воды. Кто на той стороне? Какие свои нет? Я на той стороне. Вижу, да. Тут дверики переплывают, давай сюда скорее. Да. Она мой поглядит. Вижу, сейчас дай мне секунду. Подстрелил его. У меня тут около фокуса двое вроде ранен. Так, он жив, он спускается. Там, короче, бункер двухэтажный, он в нем сидел.
Че? Сейчас посмотрим. Да, есть. Спасай. Вколоть тебе его? Не спасай, выкрой. Повтори. На руке кровать. Да, вижу. Да, сейчас. Все? Да, попробуем. А кто пулемет работает? Куда работает? В Орешеньке. Куда работает? Фокус. Не встанет, да? Не стоял, он пробежал. Добейте меня. А там стоял. Будешь лежать, умирать. Не, ну добей меня. РП. Давай, кроживай. Живые остались? А это армаза делает, понимаете? Еще и красивее стало. И чешу в сторону аэродрома на запад. Все элементарно. Те, кто без оптики, идут самые первые. На удалении там 50-100 метров. Все остальные сзади. Кто везет, не встретим СПН. Я просто только третий раз играю еще. На западе слышу, Бэх катается по взлетке. У него же есть Бэхи, да? Да, у них. Юг? Ты стреляешь на север. Да, на север. На юг 200. Север 200. Одного уложу.
Добили, добили. Уже там поставьте ее, блин. Кромка леса северная наша. Но они разделены, потому что на севере тоже встретили. Сейчас она бездвижена, но боевая. Трубы не скидывай. Не, по мне не надо. Да. Забор посади, закидывай кран. Я пулеметчик, я просто потерялся опять. На своей синей убил одного. Давайте, давайте, бегом вперед. В ёлках? А, слышу. Ранен. Вейкер. Парни, живые вообще? Я живу, ладно, все не понял. Вейкера убили, что ли? Ранили? Это в его направлении, не знаю пока. Да. Там казарма, которая смотрит как раз вдоль всех ангаров. Приоткрыта дверь, там противник. На базе имеется в виду, в триггере.
Да. Так, заминировал один самолет на моей метке. Близко к ангару не подходите. Двадцать секунд. Вернись, там сейчас взрыв. Второй ангар заминирован, не подходите. Все. Живые? Да, все в порядке, мы у домиков на юге ангара. Так, нашел еще самолет. Пакет есть с собой, стакан? Взрыв пакет есть? Ничего не слышу. Еще раз. Нет, взрыв пакет. Взорвешь самолет, у тебя труба есть. Давай. Только аккуратно. Из двери только стреляй. Близко не стой. Живой? Живой, ранен. Это тебе спину стреляет кто-то. За взлеткой. На юге у нас в спине. Лечусь. А чё-то самолет не взорвался. Понял. Так ты куда ранен-то? Я перемотался. Отходи тогда, только сразу за угол забегай, я сейчас сам пахну по нему. Ага, ушел. Ну я привод попадания в нее сделал. Ни хрена, если ты сложил ангар, блин. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.